Почему мы говорим, что абстрактный экспрессионизм вот окончательно заявил о себе серьезно, по-настоящему, именно в Америке? Потому что Америка противопоставляла свое искусство в старенькой Европе, где все-таки опирались на академическую, на классическую школу живописи. Американские художники ни на что и ни на кого не опирались, они просто творили, и большая их часть была мега популярной. Например, Джексон Поллок, любую картину покажи, был страстным автомобилистом, постоянно нарушал правила, его останавливали без конца, полиция американская. И когда останавливали, сержант Скотт, вы превысили скорость, ваши документы. И когда Поллок показывал свои документы, дело в том, что все таблоиды Америки писали про Поллока, размещали его фотографии и так далее. Он был фигурой номер один в искусстве Америки. И когда этот сержант Смит или Скотт открывал документы и читал Джексон Поллок, он умирал от счастья, что кого он остановил? Он остановил мегазвезду. Он расстегивал свою одежду, открывал тело и говорил: «Распишитесь, я теперь никогда мыться не буду». То есть любовь к Поллоку была сумасшедшая, невероятная. И поэтому родина абстракционизма, действительно, можно говорить, что абстрактный экспрессионизм – это, конечно, Америка. Вот все, что я хотела вам рассказать. Если есть вопросы, пожалуйста. Тут рука в первом ряду. Я б хотіла вас запитати, ви говорите, що батьківщиною абстрактного експресіонізму є лише Америка, а як щодо Іва Кляйна і Піта Мондріана, які є в Європі, і вони були значно раніше, ніж зародження американського експресіонізму? Дякую. Взагалі, от якщо зовсім чесно і зовсім начало, то дідушкою абстрактної картини був наш з вами земляк Василій Кандинський. Жару добавил Казимир Малевич, конечно, потому что он придумал супрематизм. Я говорю не о том, откуда пошло, потому что Мондриан – это абстракция, конечно, но это такая чертежная абстракция. Я говорю о направлении движения, о том, что так свободно и за такие деньги сумасшедшие продавались холсты абстрактных художников именно в Америке, потому что Европа не покупала ни Кандинского, ни Малевича, ни Пауля Клие, никого до тех пор, пока не прошло время. А этих художников при их жизни покупали за сумасшедшие деньги. Вот разница. Еще вопросы? Да. Да, спасибо. Я хотела бы напомнить, что вы также хотели нам рассказать. Я, честно, забыла имя, фамилию этого художника, услышав столько фамилий за один вечер. Но каким образом и в связи с чем художника, который делал сердце из нержавеющей стали, собаку, каким образом президент позволил поставить ему свое произведение перед Версалем? Да, правильно. Вы умница. Вы помните мои обещания. Значит, французское министерство культуры всегда исходит из того, и правильно исходит, что хороший музей – это такое государство в государстве. Поскольку я много лет проработала в разных музеях мира, я просто знаю внутреннюю политику. Вот Лувр 30% своего дохода отдает государству, а 70% оставляет себе для нужд музея. Понятно, да? Вот политика музеев такова, что чем больше людей приходит в любой музей Франции, тем больше расцветает культура. И когда обсуждался вопрос убрать на какое-то время Людовика XIV и поставить собаку возле Версаля, доводом Кунца
было... Так, он такие слова сказал. Вы представляете, сколько американцев приедет посмотреть на собаку возле Версаля? Ему сказали, да, хорошо, и подписали. Потому что для Версаля эти деньги идут на реставрацию Версаля, на улучшение фондов и так далее. Понятно, да? То есть на это пошли, потому что понимали, что это будет мега выгодно музею. Еще? Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я хотела бы попросить вас озвучить, как вы видите, какой вклад американское современное искусство дало вообще искусству. Да? Вот мы, наверное, можем сказать, что возрождение дало, да, как этап развития. Вы могли бы что-то выделить, если так вообще можно поставить сейчас вопрос? Спасибо. Хороший вопрос. Значит, смотрите, если это искусство, если это не каляка-маляка, а действительно искусство, то есть и Джексон Поллок, и Марк Ротко, и все те художники, которые покупались великими коллекционерами, типа Соломона Гугенхайма и Пегги Гугенхайм. Они же не дураки создать такой потрясающий музей в Нью-Йорке. Говорят о том, что искусство 20 века – это искусство свободное, и каждый человек вправе создавать, глядя на произведение, скажем, на произведение Джексона Поллока, внутри тебя созревает вот то, что ты чувствуешь по поводу этой картины. То есть абсолютная свобода, как свобода выражения для художника, так и свобода зрителя принимать, не принимать. Если принимать, то что именно вы имеете в виду, когда смотрите на картину и так далее. То есть, что дало миру искусство американских художников? Ощущение, что все нельзя. Европейское искусство, так же, как искусство в нашей стране, больше было всегда построено на слове «нельзя». Американцы доказали, что все нельзя. Дальше. У меня вопросик. Во-первых, хотел бы поблагодарить за лекцию. Очень было интересно. Моя маковка. Еще в таком месте очень интересно было попасть. Хотел у вас спросить, так как сейчас Инстаграм, это можно сказать, поп-арт современного мира. Вот. Вы имеете ли страничку в Инстаграме? Я имею страничку на Фейсбуке. Ага. Вообще, хочу вам сказать, что если вы действительно хотите научиться разбираться в искусстве, ну глубоко, не поверхностно, а глубоко. Если вы, допустим, приходите в музей на какую-то выставку значимую, да, и проводите там 5 или 6 часов не потому, что надо, а потому что кайф, вот просто кайф, да? Для этого надо читать книжки. Вот Анна Алексеевна написала много книжек, вообще больше 100. Но сегодня принесла французский импрессионизм «Живописцы счастья» и «Камасутра живописи». Это такие свободные, вот как я разговариваю, так я и пишу. Свободные какие-то разговоры про искусство. Если вам будет интересно, подходите, смотрите. И последнее. Тем, кому интересно было сегодняшнее общение, я буду давать 20 июля здесь же. Вот тут мы потанцуем. Пьера Юст Ренуар. И я отвечу на самый такой душераздирающий вопрос. Женщины Ренуара, он их придумал, и они потом оказались людьми, которые ходят по Парижу. Или он их срисовал с улиц Парижа? Как было на самом деле? Это очень интересный вопрос. Если бываешь в Париже, то задаешь вопрос, смотришь на девушек, которые ходят по улицам, и думаешь, это женщины Ренуара. Кто кого придумал, откуда они взялись? Спасибо за внимание. Всего доброго.